Дамы и господа, официальные лица. Главный судья Виктор Корнеев. Судьи у клетки. Мария Махмутова и Олег Бессуднов. Ваш судья-хронометрист Иван Юревич. И со звуком сирены рефери в октагоне Николай Шарипов. Представляю вам соперников. И первым претендента в синем углу клетки. Ему 30 лет. Рост 175 сантиметров. Вес 65,6 килограмма. Профессиональный рекорд. 9 побед, 8 одержаны досрочно, 7 поражений. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Фигур» из Нефтекамска, приветствуйте, Руслан Кочевник, Ямбан-Богер! А вот и его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. Ему 30 лет. Рост 177 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Профессиональный рекорд 9 побед. 5 побед одержаны досрочно, 2 поражения. Дамы и господа, представляющий клубы «Крепость» и «Ахиллес» Тим, действующий чемпион лиги EFC в полулегком весе из Махачкалы, вот он, Расул Магомедов! Бойцы середина. Так, парни, вы профессионалы. Уважаем друг друга, соблюдаем правила. Во время боя внимательно слушаем мои команды. После команды стоп, не работаем. Все понятно? Удачи обоим, пожали руки по углам. Себе. В угол, пожалуйста. Отлично. Клетка. Судья. Время. Боец готов. Внимание. Фай! Торопись никуда, вообще никуда не торопись. Видишь? Угу. Нормально все? Не-не-не. Сколько пальцев? 3. Ну вот, давай еще немножко встанем. Глаз закрывай. Нормально? Проморгался? Да. Отлично. Внимательно пальцы, собираемся. Пай! Пальцы внимательно оба. Две минуты, Расул. Вот правую заходи. Голову убери.
Наоборот,
Давай, ногу тоже закидывай. Минута 20. Сейчас тебя оранчи. Выходи в сторону, кидай, право, кидай, право. Заранее кидай, право, уходи. Право. Дамы и господа, время остановки боя 1:35 второго раунда. Удушающим приемом треугольник одержал победу и стал новым чемпионом Лиги Игл FC в полулегком весе.